вот это письмо ко мне. Своеобразный упрек уже просто нашего времени. Где действительно очень интересно было, так это в гостевых Ваши и Латинкова, царство ему небесное. Особенно за 2018-2020 года. Вот это были дебаты. Вот это обмен опытом и анализ. Я уж сам не верю. Вот бы где темы для фильма посмотреть. Вот тут вы угадали в точку. Я еще вернусь к ним. Там люди со всей страны своим опытом и открытиями делились. Успешным опытом и ошибками. Кстати, у меня сейчас гостевая книга фактически спит. Вы правы совершенно. Я помню, читала эти сообщения как журнал научного сообщества. Ну, вы нам мстите, Слотенков. Конспектировала для себя и с нетерпением ждала новой переписки. Валерий Хасанович, дорогой, людей, которые на ура воспринимают ваши взгляды и готовы следовать вашим рекомендациям, становится все больше. А еще больше тех, кто с вами на одной волне, в смысле наблюдений и учебы у природы. Тех, кого не надо убеждать в силе человеческой мысли и других тонких моментах. Вот, надо убеждать, надо все-таки. Не все они увлечены садоводством, но движение в одном направлении. Когда познакомятся, если с вашими взглядами, то примут их как свои собственные родные. Тех, кто считает успех выращивания морозостойких культур сказками или маркетингом по одной причине, что не знает никого, кого бы росло. Вот это страшная беда, что даже не знает, где они растут. Таких тоже много. Но стоит ли обращать внимание и терять силы расстраивать? Тут либо недостаток информации, или все везде и со всеми. Люди увлекаются, спрашивают. Либо, как в анекдоте, про кругозор с нулевым радиусом, который есть с точки зрения. Тут главное не переживать и не пытаться переубедить неверующих. Я Малицкая Ольга из Москвы. Ольга, мы с вами давно дружим. Вот, вы не забывайте выписывать у меня материалы посадочные. И вот я, немножко, конечно, тут сильно радужно. И я вспомнил сразу. Жаль только жить в эту пору прекрасно. Уж не придется ни мне, ни тебе. Латинкова нет, Бродского нет, Боднара нет. Из этой команды остался я. Еще есть люди, которые как бы отошли в сторону. Я даже знаю, живы или нет. Жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Вот. У меня есть еще такая надежда, что когда меня не будет, это не грустно, нет, это оптимизм. Прям пуш оптимизм. Когда меня не будет, уже не так завидовать будут. Но я боюсь забвения тоже, которые. Давайте. Недавно один из вас помнил Татьяну Александровну Нагу. Ой, Господи, какой человек уникальный. Я потом еще вернемся к ней. И не раз вернемся. Вот. Вы что? Сейчас начну и расплачусь. Такой талант, такой гений, такое это. Такие результаты. Такая страшная жизнь. Такая страшная смерть. Нравится так вот. Вот. Я еще несколько фамилий не назвал, которые умерли страшной смертью.